проснулся и думал, надо одеться по-банальному. Поэтому одел этот смокинг из уважения к вам и из уважения к нашему мероприятию. И думаю, что подобные дресс-коды мы должны будем вести, ну, вообще вести для наших мероприятий. Особенно такого важного и нужного мероприятия, как вот наш съезд. Ну и вообще настроение с утра было хорошее, я думаю, о чем нужно сказать будет. А вот и как бы, как на какой-то волшебной кинопленке пронеслись вот эти вот события, начиная с 20-летней давности, я не буду все их перечислять, но скажу, что посмотрите, как точно все сбывается. Такие фантастические слова, да, Анастасии, вот, приведенные в книге. Я собрала все лучшие звуки Вселенной. И когда ты будешь писать, эти звуки будут в книге. И позовут они людей. И дальше, вы, наверное, помните, что дальше будет происходить. Так вот, сейчас, побывав в Америке, побывав в Европе, я вижу, что это происходит, то, что она сказала, не только в России, но и в мире. И я думаю, что в ближайшее время будут заканчиваться все те невзгоды, которые постигают нашу страну и другие страны. Я имею в виду войны, всевозможные конфликты, теракты. И наступит действительно новое время. И оно наступает. Мы находимся в той ситуации, когда для нас вот это как бы обыденное. Ну вот происходит съезд. Ну вот родилась родная партия. А родная партия, были произнесены слова «родная партия». И вот она, родная партия. Были когда-то произнесены слова «родовые поместья». А сколько их родовых поместий сейчас? Поселений, состоящих из родовых поместий. Сколько поместий, сложно сказать. Их уже более 15 тысяч. Это только тех, о которых мы знаем. Но есть еще и множество тех, о которых мы не знаем. А вчера утром я просмотрел, ну, включил компьютер, и вдруг высветилась реклама «Родовые поместья». Это не на нашем сайте, это не на ваших сайтах, а просто реклама «Родовые поместья». И я взял и нажал эту рекламу. И попадаю на великолепный сайт из Краснодарского края, где там предприниматели взяли землю около 600 гектар, на которых они создают родовые поместья. Эта земля в 30 километрах от Черного моря. Я думаю, ну надо же, какой размах. И чуть дальше посмотрел, набрал родовые поместья, а там, оказывается, за Уралом, по-моему, около 500 гектар. И тоже они заполняются людьми. То есть, посмотрите, какой размах. Столько лет проходит, а каждый год все увеличивается, увеличивается количество. И поэтому, о чем это говорит? А говорит о том, что прекрасное будущее наше с вами, наших семей, нашей страны уже будет обеспечено. И никак вот с этого пути никто людей не свернет. И наступит время, оно уже наступает, когда мы будем действовать вместе с администрацией, в том числе с администрацией президента, с учеными. И оно уже так и происходит. Состоялось 4 конференции в одном из ведущих вузов страны, МГУ. Эти конференции посвящены родовым поместьям. Выступают ученые, выступают аналитики, выступали на этих конференциях.
Выступала Майя Владимировна от фонда. Я читал эти доклады. Это действительно подвижка и серьезная подвижка вперед. И я бы просил рассмотреть на вот этом съезде, рассмотреть вопрос, подготовить обращение к Народному фронту, исследовать вот это явление, которое происходит в России, и доложить об этом президенту России с вашими, с вашими замечаниями в этой бумаге и с вашими пожеланиями, что бы вы хотели сделать, ну, что нужно сделать администрации для того, чтобы легче было организовывать подобные поселения в России. И пусть вся Россия превращается в цветущий сад, так и будет, так и происходит. И делает это не кто-то властный, а вот наша родная партия. А как она вообще родилась? Здесь есть в зале те вот кто-нибудь из тех людей, я вот не помню, они то ли из Удмуртии, я не помню, откуда они, к сожалению, ну, кто-то из тех людей, да, которые первыми пошли в Минюст после выхода книги и зарегистрировали название «Родная партия». Так, да? В каком году это было? Они действовали самостоятельно по воле своей души, по воле своего сердца. И давайте им поаплодируем. Все то, что прекрасное должно произойти, абсолютно точно видно уже сегодня. И я благодарю вас за то, что вы это будущее внедряете в нашу жизнь. Вот что я хотел вам сказать. А, и так, еще немножко хочу. Понимаете, дело в том, что грандиозное, великое, оно складывается из, казалось бы, повседневных, бытовых мелочей. И даже вот организовать вот это прекрасное, этот прекрасный съезд, тоже вот, организация состоит в том числе из мелочей. Ну, кто-то должен купить воду, поставить на стол, кто-то должен арендовать помещение и так далее, и так далее. И нужно спасибо сказать организаторам съезды, работа которых может быть не видна на первый взгляд. А на самом деле они делают большую работу. Я уже говорил, я помню, когда вот организовывали поездку в Индию, что с Майей Владимировной невозможно было разговаривать, потому что она постоянно разговаривала по телефону, что-то отвечала. И точно так же происходит вот с организацией вот этого съезда. И еще я хотел сказать, что вот иногда задают вопрос о том, а что вот они сделали? Где продукция, где овощи, фрукты, которые, ну, должны, которыми должны снабжать города, мегаполисы? Ну, первое, что они сделали, это обеспечили великолепной продукцией, действительно экологической, чистой, себя и свои семьи, и своих знакомых. Но не только. Уже можно посмотреть, допустим, продукцию. Вот здесь есть Иван-чай? Да. Есть. Вот Иван-чай стал встречаться во всех уголках России. И это много значит. Есть специализированный магазин, в котором продаются, в Москве, в центре Москвы. Он маленький еще, но это только начало, где продается продукция из родовых поместий. Есть специализированный магазин, где продается продукция из родовых поместий в Санкт-Петербурге. Вот ничего вам это не напоминает? Знаменитые магазины купца Елисеева,
Я думаю, что в конечном итоге и здесь будет такое же. Почему я убежден, что это будет во всем мире? Ну, вы знаете, что стали приезжать делегации, приезжать в Россию из-за рубежа, чтобы посетить родовые поместья. И их количество нарастает, нарастает, уже турфирмы обращаются. Турфирмы обращаются с тем, чтобы организовали какой-то более систематизированный прием. Но еще что удивило, вот когда были в Индии, навстречу приехали индусы. И они очень серьезно анализируют все, что происходит в России. И на сайте, по-моему, опубликовано небольшой анализ, небольшая рецензия одного из них. Так как она была переведена на русский язык, я сразу взял. Почитайте, там очень серьезный анализ сделан. Он сравнивал с ведущими учеными, с мировыми именами, философами, психологами. И они такого мнения, что действительно в России происходит нечто значимое для всего мира. Да и премию международную я получил из-за того, что сказали, что это новая парадигма для всего мира. Я получил ее за литературу, за книги, но книги к чему-то зовут, что-то делают, и вот поэтому это уже такое международное мнение. Ну, я еще, да, и продукция родовых поместий, она уже начинает протаривать свой путь за рубеж. Допустим, кедровое масло, изделия из кедра, они продаются в Америке и Европе. И очень радостно, что сделаны они добрыми руками и с хорошим качеством, и в хорошей упаковке. Их не стыдно показывать, их не стыдно взять в руки. А где они сделаны? А они сделаны в таежной деревне. И в этой деревне около 40 человек заняты производством этой продукции. Они получили работу и уже работают на протяжении более 10 лет. Вот такие маленькие сдвиги, которые, это еще, если взять, сравнить это с садом, то это маленький еще сад, но он растет и он даст много-много плодов. И, конечно, я хочу, чтобы страна расцветала, ну и чтобы каждая семья в этой стране, и именно вы, были счастливы. Чтобы у вас была любовь, чтобы были счастливые и здоровые дети. Я думаю, что так и будет. Вот, спасибо. Владимир Николаевич, у нас на протяжении последних двух дней перед самим светом проходило обучение, проводилось для наших будущих депутатов. Рассматривались различные вопросы, были круглые столы. И мы поняли, что один из основных моментов – это понятийный аппарат. Самое главное, во-первых, внутри даже движения, да, внутри другой комиссии, говорить на одном языке, понятно друг для друга. Поэтому вот, хотелось бы задать такой вопрос. Как вы считаете, вот как автор этих книг, правильное название, потому что кто-то, я как поселение, но об этом уже говорилось, да, не раз, кто-то родовые поселения называют, кто-то поселился еще из родовых поместья. Причем образы, как бы, по разным трактовкам, за каждым из этих понятий разные. Вот сегодня вы как раз озвучили родовые поселения. Как вы сами считаете, это один и тот же образ поселения родовых поместья, или все-таки это разные? Но родовые поселения, я говорил, это поселения, состоящие из родовых поместий. Вот что касается
вечного вот этого спора, там кто-то начинает называть эко-поселение. Ну да, ну, простое название, и на первый взгляд казалось бы, а что в этом такого можно назвать эко-поселение? Ну, вроде бы суть не меняется. Суть меняется от этого. От этого меняется будущее. Ну, я не буду говорить такую банальную, как назовешь корабль, так он и поплывет. Но не в этом дело. Кто-то занимается целенаправленным уводом в сторону. Я знаю, кто это. Я могу называть конкретные имена, фамилии, организации, которые этим называются. Но очень и хорошо, что вы подняли этот вопрос. Ну, есть мировое движение, эко-движение. Есть в мире, в Соединенных Штатах Америки, допустим, есть эко-поселения. Их мало, очень мало. И не все в этих, и далеко не все в этих поселениях, как в родовых поместьях. Но для чего? И оттуда делались попытки назвать вот эти родовые поселения, состоящие из родовых поместьй, эко-поселения. А для чего? Потому что отпускаются достаточно приличные деньги для развития экосистем, эко-поселений. Те люди, которые получают эти деньги, им бы было интересно, чтобы у них сразу раз и появилось 400 поселений, состоящих из родовых поместьй, но чтобы они назывались эко-поселения. Ну, может быть, даже они помогут, это международный фонд, может быть, они помогут деньгами. А сколько вообще этих поселений, эко-поселений? Единицы. И что за принцип, что за идеология? Ну, говорят, что будем бороться за улучшение среды обитания. Вот единственный термин. Но вот это неправильно. Это совсем другая идеология. Это движение, которое не принято народом. Не только в нашей стране, но и в других странах. Если бы оно было принято, этих поселений было бы там, скажем, ну миллионы уже, а их единицы. Значит, что-то не то, значит, сердце человеческое не отзывается, и оно не будет отзываться и в будущем. Поэтому вот к терминам нужно относиться очень и очень осторожно. И, ну, я был, разговаривал с этими людьми, когда вот выступал в ООН. И это хорошие ребята, но они до конца не понимают еще чего. И продолжают вот эти вот попытки. Но и там же есть люди, которые не разделяют их мнение. Ну пусть это они разбираются сами с собой. Не очень нормально, когда, вот, допустим, есть у нас такая газета, которая выставляет себя якобы в помощь родовым поместьям. И вдруг она печатает там статью, что всем нужно переименоваться из родовых поместьй, как она так и называется, да? Да, под заголовок, да. Ну, как? Родовые поместья должны стать экопоселениями. Родовые поместья должны стать экопоселениями. Но это не единственный выпад этой газеты, якобы нашей, якобы по теме. И так далее, и так далее. И вот они пишут, все хорошо, хорошо про родовые поместья. Потом раз, вот такой вот материал. Хотя и никто не давал. Это написал человек, который сейчас умер, как раз которого и обрабатывали. Но почему-то они вытаскивают этот материал, печатают. Я думаю, что нужно понимать вот эту ситуацию и, соответственно, относиться. Это газета «Любимая Родина»? Нет, как она называется? Продавать. Да, то есть, да, давайте. То есть вот это вот совершенно
Можно вопрос поправить? А не думаете ли, что, допустим, вот в Лукаве кроется нюанс, что это идет специально, создается противовес к данному поместью? То есть идет подмена понятий, да, вводятся какие-то нюансы, и потом, как говорится, люди смотрят на экопоселение, во-первых, у них что-то не получается, там, допустим, другая энергетика туда входит, другие какие-то понятийные вещи и так далее. Они смотрят, как поселение фигня. Значит, родовое поместье не то. Мне кажется, это контрнаступление с другой стороны, с подменой понятия. Совершенно верно. Вы точно все сказали, и это увод, конечно, в сторону. Поэтому действительно нужно более точно относиться и к терминам. Тем более, что родовое поместье, родовое поселение, они же уже, у них уже свой эгрегор. И он более сильный, чем все остальное. Намного более сильный. Я много стран уже объехал, и везде я встречаюсь с читателями, которые поддерживают эту идею. Знаменитый институт Гиппократа, Соединенные Штаты Америки. И я туда поехал, было интересно, как они только за счет, не только, конечно, но в том числе за счет питания, экологически чистого питания, вылечивают раковые заболевания, там много болезней вылечивают. Туда приезжает много знаменитостей. И вот наши друзья из Америки говорят, съезди, посмотри вот, что такое питание по-настоящему. И я поехал и посмотрел, и вот, конечно, большие достижения, действительно, начинаешь лучше себя чувствовать, там лечатся люди с помощью сыроедения. Но там такое сыроедение, что вот переходишь на эту пищу, и все как-то незаметно. Организм насыщается, легко себя чувствуешь. Но, к сожалению, у нас много разных трав, мы их не знаем. А вот главная там трава, которая у нас считается сорняк, ее каждый день, там вот кто приезжает лечиться, пьют ее сок. И там изобрели даже такую шнековую соковыжималку, которая выжимает сок из травы, я ее привез. И вот я хожу, я приехал усталый, там хожу так, и вдруг бежит, сидим мы за столом в этом ресторане, где вот сыроедение, бежит девушка и говорит, и не говорит, это очень громко говорит, а я узнала, кто вы, и в конечном итоге оказывается, что только в этом институте среди персонала 5 человек читателей. И попросила, чтобы с ними встретиться. То есть почти во всех уголках мира они есть, эти читатели. И поэтому не нужно нам уходить от той жемчужины, которую мы имеем. Мы это имеем в том числе и в своем сердце, и в своей душе. И то, что будут еще пытаться и будут пытаться уводить, слава Богу, что они не могут всех увезти. Была ситуация с ковчегом. А кто-нибудь есть здесь из ковчега? Я. Была ситуация с ковчегом, она как-то выравнивается. Но ее выравнивает не кто-то методом нажима, она выравнивается сама по себе. Вот это меня радует. И хорошо, что все выравнивается само по себе. И теперь уже говорят, вам крупно повезло, как будто бы кто-то сверху не дал за трафаретить движение. У каждого поселения каждое поселение немножко отличается от другого. Взаимоотношения разные. Разное отношение к земле, немножко разное. Разное отношение к электричеству. Разное отношение к тому, что должно расти. Разное отношение к проектам. И вот в итоге все это можно анализировать, и будет найдено то, что рождено народной мудростью. Не кем-то сверху,
не по какому-то трафарету, а вот именно народной мудрости. И потом, ну вот еще в развитии вот этой темы, было такое время, что да, вот давайте все, да, ну в некоторых регионах мы вам будем помогать, но вы тут не говорите, что вы звенящие кедры России, вы тут не упоминаете про Анастасию. Вот это архи-ложный посыл. То есть вы не говорите про это сначала, вы не думаете про это, и потом в итоге, а что остается? А остается, а ничего не остается. И в конечном итоге уже есть такие случаи вплоть до развала. А оказалось, что вот это вот ну, фантастические, на первый взгляд, высказывания Анастасии, они, главное, что они отбирают тех людей, которые едины в своих устремлениях. Дальневосточный гектар, да, вот это есть подвижка какая-то. Но сказали, вот дальневосточный гектар, вы можете получить гектар и можете заниматься бизнесом. Вот так примерно. А можно еще вопросы попозже задавать? Конечно. Нельзя, да? Да. Может, получили в итоге организаторы дальневосточного гектара, ну вот этого направления, получили в свой адрес очень много критики. И не просто критики, а насмешек. Ну как? Ну что это такое? Гектар, вот там занимаешься бизнесом, да еще вдали от серьезных населенных пунктов и так далее, и так далее. Достаточно было сказать, что да мы даем землю на Дальнем Востоке для организации родовых поместий. И был бы совершенно другой эффект. И я не зря сказал, давайте не будем говорить о звенящих кедрах, давайте не будем говорить о Анастасии. Ну, было такое течение. Так это есть движитель, за счет которого люди начинают понимать ситуацию, задумываются над собственной жизнью, задумываются над образом жизни собственной. Ну вот и что такое термин «не надо нам отступать». Мы сильны. Сильны вот этой идеей, вот этой идеологией, вот этим направлением, вот этими вот устремлениями в душах людей. Что? Ну, я не знаю, уместно или неуместно тут вопросы по ходу выступления задавать, чтобы в продолжении темы. Да, или уже знаете, потом будет диалог ответного вопроса. Да, я думаю, что ничего страшного, если вы зададите вопросы, я отвечу, потому что ну, нужно будет обойти. Владимир Николаевич, Вячеслав Санкт-Петербург, Ленинградская область, буквально все говорите, на самом деле, саму основу энергии, которая дана вот этому движению, сейчас не только вот как родная партия, это внешняя кедр России, это, конечно, ваша энергетика, энергетика Анастасии, да? И тут важно, конечно, понять, что надо не только те люди, которые имеют родовые поместья, чтобы вокруг нас быть, но и те люди, которые ищут путь нам. Важно понять, как мы до них это донесем, что это такое. Поделиться вот этой энергией нашей с ними, чтобы они завтра пришли к нам. То есть как создание какого-то дополнительного поля вокруг от всего того, что мы делаем. Первое. Второе, и как вы считаете, наверное, все-таки важно наладить диалог с властью. И на местном уровне, региональном, так как по всей стране все это разбросано, ну и, конечно, с центральной властью и так далее, и так далее. Потому что пока не будут приняты законы, пока с этим гектаром все не устаканится, потому что вокруг гектара тоже идет очень много политических всяких махинаций, скажем так. Уже пытаются их и продавать, уже пытаются как-то опошлить все это дело и так далее, и так далее. Ну, да. Вот, и вот ваше мнение, вот как лучше вот, куда нам сейчас направить движение? Как нам идти дальше? Ведь все-таки вы как бы отправная точка, от чего мы отталкиваемся, от ваших мыслей, да, от вашей энергии. Да, вот я с вами согласен, что мы очень слабо вообще-то себя позиционируем. Вот проходит сейчас съезд, вот он пройдет. А где дальше резонанс? Это грандиозное мероприятие на самом деле.
Вот. Ну а где дальше резонанс? У нас даже наши сайты слабо работают над доведением, над рассказом о том, что происходит в родовых поместьях, что вот прошло такое мероприятие. И как вы видите сейчас, вот стоят две прекрасные девушки, и там вот аппаратура стоит, они снимают. И у нас, наверное, по крайней мере, в конце этого месяца точно начнет работать наше телевидение. И где ежедневно будут сообщаться новости. Для этого нужно сделать корпункты на местах. То есть в каждом поселении должен быть, ну, организатором поселения или кто-то по собственной инициативе должен заявить себя, заявить фонд, что он является тем человеком, с которым можно общаться, получать информацию. Потому этот человек должен быть зарегистрирован в фонде, иначе мы же фонд не знаем всех. И может так получиться, что какой-то человек может давать дезинформацию. Вот это то простое дело, которое, ну, как бы рутинное вроде, но его нужно немедленно осуществить, это даст очень серьезный импульс. И я прошу вас, ну, вернувшись домой, в своих поселениях, начать со своих поселений и сделать эти корпункты. Этот человек получит, эта работа должна начаться на общественных началах. Впоследствии мы проведем семинар, обучающий семинар, вот, и по съемке, и по журналистике, и по обеспечению техники. Потом все это может перейти уже в платную работу. Или это будет платиться конкретно этому человеку, который будет освещать события, или это будет в поселение направляться, ну пусть небольшие деньги, пусть это будет 100 рублей, а потом будет 100 тысяч, может быть. Но через какое-то время. Вот это даст, мне кажется, очень серьезный сдвиг. Это, во-первых, люди смогут посмотреть, что происходит. И не нужно там вот, говорить о таких суперсобытиях, а нужно рассказать, Мария Ивановна вот, в этот, вот этим прекрасным днем начинает высаживать свои грядки, и что у нее получилось. Ну вот, для начала, можно много о многих направлениях сказать, но я для начала скажу вот о таком деле, которое нужно осуществить, которое всем нам поможет. А правильно я понял, что сегодня идея «Звенящий кедр России», родовые поместья уже должна выйти за пределы вот этого поля, в котором мы находимся, выйти за пределы с распространением этой идеи на более, как говорится, отдаленные спектры, там, эшелоны, там, подпознания людей и так далее. То есть наша энергия должна сейчас уже дальше. Да? То есть идея родовых поместья должна выйти за пределы этой идеи и пойти дальше уже. Ну, так, да, конечно. И так я вот и сказал вначале, что желательно вот этот вопрос рассмотреть и в конце, принять резолюцию, резолюцию обращения к Народному фронту, чтобы они исследовали, вот я сказал, это важный момент, чтобы они исследовали и доложили президенту на своем языке об этом явлении. И о том, что бы вы хотели. И вот это вот будет тоже сдвиг, вот это, ну они же могут и выработать, ну, принять какие-то планы, оказать какое-то содействие, иметь влияние на регионы, потому что в некоторых регионах недопонимают, что это такое, а в некоторых регионах, как, допустим, в Белгородской области, просто берут и принимают законы. Вот эту инициативу нужно, такие инициативы нужно поддерживать. Но вот это вот направление, понимаете, мы обращаемся к президенту. И некоторые люди, допустим, несколько, ну как бы, надменно разговаривают с администрацией, а некоторые более дипломатично. И вот когда более дипломатично, их понимают. Я думаю, что вот
Я ей говорю, что утром проснулся и почувствовал, что вот эта вот встреча, она будет значимой, потому что мы выработаем какие-то пути дальнейшего развития. И вот поэтому я желаю вам сделать это. И мы получим эту бумагу, которую дадим вот прямо завтра, в понедельник, если она будет хорошей. У вас в конце будет торжественный ужин? Мы с обеда начнем торжественный. Вы еще появитесь? Прежде чем мы перейдем к официальной части, я также хотел от лица всех поблагодарить. У нас практически каждое мероприятие, когда мы проводим совместно, это жители поселения, родовых поместьй, родное, а также Владимирский фонд исполнительного директора Майя Владимировна Владимирова. Я вот хотел бы забыть кое-что сказать, поэтому сейчас наверно переоденусь, а перед этим скажу. Значит, вот я знаю, что у вас были, да, вот эти вот решения принимали, кто лидер, нужно ли вносить в устав, да? Ну, вариант уже появился, это даже. Я не знаю, какой вариант появился, я должен сказать, что лидера его не выбирают. Я должен быть просто рядовым членом партии. И все. А кто хочет, может считать лидером. А кто не хочет считать лидером, может не считать лидером. Поэтому не надо это вносить там в устав, потому что сегодня лидер, а завтра нет. А в уставе лидер. Поэтому... Я на них отвечу, а то буду говорить о своем наболевшем. Ну, да. Владимир Николаевич, насчет Петровой Пашечки. Вчера вы сказали, что вот как бы Пашечка, он идет. А вот сама я звенящий кен. Я скажу по поводу Пашечки. Вот понимаете, если вы, у вас есть кедровая плашка, как угодно можно ее назвать, и вы ее носите длительное время, с ней происходит некая трансформация. Ну, как вот вам показать это сильно? Да. Ну, а ты можешь ее снять? Легко снимается? Нет. Прилипла. Навсегда. Ну вот, кто видит там у Светланы, а какая она у тебя была? Ну как? Как у всех. Беленькая. Звенящие дорогие покупала. Беленькая. Светлая. Вот смотрите, как она меняется сама по себе. Вот это же, что такое человек брал с собой в дальнюю дорогу раньше, в древность. Он брал землю на дорогу со своего участка, со своего родового поместья. Почему-то люди так делают. И чем цена вот этот кулон? Если его человек носит, то, конечно, его энергия входит туда. В любую вещь она может войти, в стаканы, вообще в любую вещь.
Кедр – это дерево, которое впитывает в себя энергию. И если вы носите, он уже будет иметь очень большую ценность. Ведь вы передадите его своим потомкам. И вот представьте себе, что у вас сейчас на шее висит кулон, который носил ваш прапрадед. Вот это сила. Или дед, или отец. Вот это тот же звенящий кедр, может посильнее. Поэтому это зависит не от того, какой он, как он внешне красив, хотя он внешне красив. Вот у Сережи он очень красивый. У Полины. Да. Ну и вот у Светы, и он будет меняться, он будет, и прожилки будут видны, и так далее, и так далее. Так что каждый может иметь звенящий кедр собой заполненный. Собою заполненный. Ну вот еще. А вы же, извините, вы же реально в тайге звенящий кедр видели, да? Да, конечно. Судя по книге, что да, конечно. Ну, я как бы слышал, как бы дед высоковольтные столбы проводят. Да, да. Прям так, да? Ну, близко к этому. Близко к этому, да. Ну, иногда даже вот и сосна вот так, особенно пожилая сосна, качается, она как бы, ну, потрескивает. Вот кедр, конечно, само по себе уникальное дерево уже и потому, что русские цари о нем очень много говорили, пытались его охранять, пытались любить голову, то есть срубает кедр, который, как бы не достиг очень преклонного возраста, когда преклонного возраста не достигают, они же падают. А запрещали рубить дерева. Ну, царь Соломон, да, из кедра строил храм, из кедра строил дом. Те, кто читал Библию, знают, и священнослужители не могли там нести службу. Но это Библия. А у меня вопрос, можно? Я про Гоас вопрос. Интервью было с Наташей, вы разговаривали всегда, что вот человек приезжает в Гоа и оставляет там радость. Ну да. Другой приезжает, тоже оставляет радость. А вы говорите Наташе, Наташа, а эту радость надо оставлять в своем родовом поместье. Вы ее призывали, чтобы она поместье взяла? Нет, просто я говорил о том, что вот почему вот это место Гоа, ну вот где были встречи с читателями, почему оно привлекает много людей, почему люди оздоравливаются там. Вот мысль человеческая, она материальна, уже теперь можно это не отрицать. И вот представляете, приезжает туда много людей, 5 километров длится вот этот пляж, песчаный пляж, ласковое море. И люди все вот идут там, да, выходишь утром. И очень большое количество людей идет вдоль моря, кто-то просто идет, если это живой человек, кто-то бежит, кто-то там просто сидит один или группками, делают всякие упражнения, зарядку. И вот человек даже курит, он не может там закурить. Ну, в это время утром выходишь, потому что вот все люди ведут здоровый образ жизни, они все улыбаются, потому что погода хорошая. Ну, вот у них радость, и они отдают радость, естественно, вот этому песку, вот этому там морю, вот этому пространству. И она с годами накапливается. Это не только я заметил, это еще до меня заметили, что люди вот уезжают на отдых, они как бы заботы оставляют дома, а уезжают на отдых, они там более радостные, хорошо отдыхают. А вот домой приезжают, и они какие-то более пасмурные, более серьезные, снова поглощаются в эти заботы. И там место насыщается добротой, радостью этих людей, а здесь ее не хватает вот у нас, допустим. Но я ей про это и объяснял, что, говорю, вот ты ходишь, вся такая радостная, здесь отдаешь, а домой приезжаешь, что ты отдаешь. Она говорит, я и дома буду отдавать.
Понятно, чтобы и дома отдавать. Ну да, я просто говорю к тому, что ну, вот те, кто живут в поместье, я не думаю, что они такие все пасмурные, они тоже радостные. И я приезжаю, вот, когда в родное, мне тоже радостно, приятно, там особая атмосфера. Мы же не замечаем, вот, когда живем, мы не замечаем всего прекрасного. А со стороны оно видно. Столько много историй прекраснейших происходит в поместье, что если это показать в кино, это будет там, не знаю, мелодрама, может быть, комедия, там еще что-то. Ну вот со стороны люди бы смотрели, ох, а вот они счастливые, а люди просто живут. Вот такое. Вот так вот. У себя есть сад радует. Помните по книге? Что? У себя есть сад радует. Да. Помните про вишенку у себя, да. Когда она родила первый плод? Да. Вот то, что цветы, деревья там реагируют на человека, это тоже такой же факт доказанный. Но мы-то вот ходим, мы ходили раньше мимо всех этих как бы почти живых существ, но мы на них не очень-то обращали внимание. Сейчас вот, может быть, обратили, и я рад, что такое произошло. Вопрос как раз к этому. То есть имеет значение то, на что вы обращаете свое внимание, да? То есть вот я поняла, что сейчас вам очень хочется, чтобы было телевидение. А на что еще сейчас обращено ваше внимание? На что еще имеет значение сейчас в вашей жизни? Ну, сложный вопрос. Да, такой вот сложный вопрос, я над ним начинаю думать. Я вот недоволен сам собой. Работать над собой. Да, я многое знаю, что нужно сделать человеку, чтобы быть здоровым и вообще не умереть. Uh-huh. Вот я это знаю, но, как, наверное, у меня силы воли маловато не хватает. Потому что вот такие колоссальные возможности. Анастасия открыла новый мир. Она открыла страну. Она привела очень много друзей, искренне. Она сделала много людей, живущих в разных странах, почти родственниками. Это, конечно, потрясающий феномен. Она вас многих друг с другом перезнакомила и сделала друзьями, родственниками. Казалось бы, я знаю, как нужно питаться, что нельзя вот вредные привычки и так далее, но тем не менее, почему-то не всегда у меня получается, я в самооправдание хочу сказать себе, сам говорю, что ну так надо, чтобы ты тут много не говорил еще. Будь спокоен, будь уставший. Но вот благодаря вот нашим, вашим, нашим американским друзьям я побывал в этом институте Гиппократа. Это такое весьма интересное учреждение, и я вот своими глазами увидел, как люди уставшие, люди с какими-то заболеваниями приезжают и уезжают оттуда через 3 недели, ну, окрепшие, чем сильно окрепшие. Но И я выехал туда крепче. Но все дело в том, что нужно продолжать так жить. И так питаться. Но жить-то все мы вроде бы одинаково живем. Ну, то есть крыша над головой есть. А вот такой простой вопрос питаться. Когда там находишься, то не то, что в ужас приходишь, но думаешь, а зачем вообще человечество столько мяса есть, когда вот все ему дано, да? И там приходишь туда, на территорию входишь, там очень красиво, красивые газоны, красивая местность, есть уголки такие, похожие на заросли, как попало, там тренажеры стоят, ну да, там читают лекции, там есть процедуры всевозможные, современные. И
я имею в виду, и электропроцедуры в том числе, но я их почти не проходил, там переливания разные делали. Но вот питание меня поразило, что можно прийти, ну, стать более здоровым, просто нормально питаться. Что такое нормально питаясь? Это, ну вот если утром, ну что там было? Утром человек встает, идет и выпивает сок травы. Трава, вот я... Пыри. Пыри. Да. Вот и помочь что делать. Там его очень тщательно... Ну, в Америке есть проблема, очень много опыляют. И деревья, газоны и так далее. И вот они выращивают эту траву на, ну, в открытых помещениях, специальное освещение. И вот специальные вот эти шнековые, похожие на мясорубку, штучки, соковыжималки, с которых вот эту траву выжимают, вот примерно столько, там, нет, немножко так, потом больше, больше, ну, примерно полстакана. Она сначала очень приятно пьется, потом дня через три противной становится, и уже ей не хочется ее пить, потом снова как бы, ну так, приятно. Потом через два часа, хочешь иди, хочешь не иди, там заходишь в ресторан, и там огуречный сок вместе с вот корень, как это, ну такой остренький. Имбирь. Да. Вот, оказывается, тоже напиток очень, ну, влияет на очищение, наверное, еще там на что-то. И еще какой-то напиток из травы какой-то, вот забыл. Ну, не важно, достаточно это. И вот на завтрак мало кто ходит, и я сначала несколько дней ходил, потом перестал ходить, почему-то не хочется завтракать. И вот обед и ужин, там в основном пророщенные всякие зерна, трава, а что в Америке, что у нас, что в других странах, есть аналог трав. Ну, есть трава, которая успокаивает, есть трава, которая возбуждает, трава, которая очищает. И вот они просто подобрали, и длинный такой, ну, как этот стол шведский. И там приходишь, выбираешь то, что тебе сначала странно становится, как это я могу этим наесться, а потом уже дней через пять и ничего другого не хочется, и достаточно наедаешься. И, ну, я, правда, вот соусом, Анастасия говорит, не убери ты этот соус, убери, ты лучше так. Ну, а я с соусом, потому что он такой немножко соленоватый, а они там без соли. Вот едят. И ощущаешь легкость. Но потом сюда... А, и еще там... И там вот этих трав много. И там такие магазины есть. Вот с теми нашими друзьями вот, ходил в эти магазины. Там очень много зелени, и она действительно свежая. Ну, они тоже занимаются сыроедением, те люди, у которых я был. А вот когда сюда приехал, я вдруг увидел, что в наших магазинах нет продуктов. То есть, ну, продукты, вернее, есть, вот таких продуктов. Вот, допустим, Ашан, да, недавно мощный такой магазин открылся. Раньше бы я на это не обратил внимания, входишь, а ведь там одни консервы. Да. И вот какая у нас есть вот зелень? Лук зеленый, не всегда подвязший. Значит, надо делать корнеплод. Ну, вот у кого есть участки, заготавливают корнеплоды, свеклу, редьку, репу, ну и так далее. Морковку. Морковка, кстати, идеально хранится в земле, и ты не могут ничего не нужно. И потом питаться вот этими соками, вот этими продуктами в разном виде. Вот тыква очень хорошо, она и очищает. И, конечно, можно стать очень здоровым человеком, если... То есть я вот это вот... Ну и вот можно стать, и вот я вам говорю, кто-то из вас это станет делать, и я в конце концов, может,
тоже так стану, стану делать. Хотя вот я понимаю, что мой организм это очень сильный организм, и ему кто-то помогает еще. И я переношу всякие там нагрузки психологические. А у нас есть в России эти? Конечно, есть. Какие продукты? Вот это шнедлевое? Вот это шнедлевое? Да, есть? Конечно, есть. Все есть. Конечно. Подождите. У нас поищите. Вот я ее купил, ну не купил, а мне купили ее там за $50 ручную. $50. Это примерно 3... А? Ну да. А думаю, ну она электрическая. А электрическая там стоит, по-моему, $300. $300 на 5 сколько это? 15. 15-17, да? А я думаю, ну, а я куплю тут электрический. Ну, потому что быстрее, там, мощнее вроде бы. И посмотрел, сколько она стоит в интернете у нас в России. Знаете сколько? 100 с лишним тысяч. Ого. Тут можно лучше жевать буду эту траву. Через китайский сад, там есть... Через какой? Ну, китайский сад. Ну, вот китайский сад. Вот китайский сад. Сад, да. Вот они все вышли. Ну вот то, что там я привез оттуда, она вообще пластмассовая. Но там такая, да, но там такая пластмасса, да, и она настолько мощная, что она спокойно режет. Потом пластмассовые ножи есть, которые режут. Ну вот такое. Так что вот надо работать над собой, и каждому я тоже буду работать над собой. И если бы мы за это вот все взялись, это была бы какая... Родная партия, вы понимаете? Да. Владимир Николаевич, ну все это самое можно сделать на своем, на своих травах, в своем родовом порядке. Ну конечно можно сделать. Так я о чем говорю, нужно поставить цели, сделать. Вот они приезжали к нам в гости, и вот она взяла и там сделала, и показала. Она макрицу взяла траву и взяла... Но мы здесь вот все эти рецепты не перескажем. Просто вот человек приехал, прошел по огороду, нашел эту траву, сделал прекрасные блюда и сладкие и так далее. Но они уехали, а некому делать. Ну как? Ну вы выходите, глаз положили, сорвали, как-то сделали зеленый и выпили. Все очень просто. Знаете, еще... Владимир Николаевич, другой готовит. Ну, просто на это время нужно. Конечно. Ну вот. Задачи другие. Да, и вот у меня не получается поэтому. Если бы был какой-то там кафе, какое-то было, куда пришел, покушал. Ну, это лучше самому, конечно, делать. Лучше, чтобы это делала мама или любимая женщина. Это вот это. Готово. А? Ну, я сам с собой. Да. Настоящий хвост. У меня вот такой вопрос. Вот первый раз Владимир сегодня приехал с утра. Новые ощущения, и у меня сразу возник вопрос, почему? Почему Владимир Мегре именно здесь? Или это его желание было, или это ему Анастасия сказала, или что-то еще? Почему вот именно во Владимире? Все, что происходит, оно как бы само по себе происходит, а потом я понимаю, что так было нужно, и кто-то это сделал. Ну, прямого указания не было. Нет, Владимир, улица Каштанова, там не было. Нет, просто приехал к знакомым, просто... понравился город, и тогда я работал с двумя типографиями, одна была в Санкт-Петербурге, одна в Москве, с двумя издательствами, одно было в Москве, другое в Санкт-Петербурге. Я какое-то время жил в Москве, а потом сюда приехал и думаю, а что я там в Москве делаю, какой-то воздух, тут тишина, спокойствие, раньше пробок не было. И до Москвы добираться, ну тут раз на электричку сел в центре, а столько же по времени я добирался от того района, где живу. А в Санкт-Петербург еще проще. Вечером вошел в поезд, лег спать в 10 часов и просыпаешься утром в Санкт-Петербурге. То есть вроде как уснул, проснулся. Вот. И со всех сторон понравился, и денег тогда было намного меньше.
дешевле квартиры, дешевле, ну все дешевле. Владимир Николаевич, в Индии, значит, Маниш говорит, я к вам в гости приеду, а где Владимир живет? Я говорю, во Владимире. Где Владимир живет? Я говорю, во Владимире. Что у вас есть город Владимир? Есть Владимир. Ну, это директор вот этого отеля, где в основном мы собирались. И он тоже такой приверженец, устал, узнал он про движение в России, и он в конечном итоге стал себе строить дом, все хвастался, показывал, что хотя у него он живет в самом отеле. Раз Питера проснулись, я вот заходил буквально неделю назад в издательство в деле, где ваши книги производились, как говорится, с кем-то там из руководства общался. Друзья мне просили, я им закупил. И все спрашивают, наверное, вас этот вопрос уже замучил, но когда же еще что-то будет? Когда будет продолжение? Что-то нет, еще не будет написано? Или все-таки лень матушка, или не стечение обстоятельств? Нет, не лень. Наступил, может быть, это вот тоже специально, может быть, Анастасия так нужно почему-то не дает. Но наступил какой-то вот период, ну, вы вот, допустим, приехали, сейчас сюда уедете, домой, у вас как-то будет все более-менее спокойно. А здесь наступил какой-то период, очень интересный, очень увлекательный. Ко мне-то стекается информация, где, что и как происходит. И вот я часто не могу сидеть, хочу подключиться к каким-то программам, хочу там съездить в одно место, во второе, в третье. Вот эти все события увлекают, увлекают, а чтобы писать, нужно уединиться. И не общаться ни с кем, не разговаривать. Потому что, когда пишешь, что как бы уходишь из этого мира, если вот описываешь какие-то события, то ты даже теряешься в этом мире, лучше не выходить из комнаты, если пишешь там события прошлого. Ну вот так почему-то. Значит, хотя желание есть, но желание, время для того, желание, оно исполнилось. Желание есть, и есть интерес, и очень много информации. И, конечно, хочется ее изложить, и я обязательно изложу всему, наверное, свое время. Я вот рассказал там просто канву одной из глав в Индии, и ее скоро должны опубликовать из новой книги. И, ну да, я вот хочу описать и описать. Вообще вот это, ну как бы, вот эти события, которые происходят, они сами по себе фантастические события. И они фантастические для людей, живущих в разных странах. Потому что действительно многие как бы понимают, что человечество пришло в тупик. И вдруг вот какая-то там программа, вдруг в России что-то происходит. Это очень и очень многих интересует. И я вот наблюдая все это, понимаю, что вот здесь можно написать, то есть это бесконечные. Это такие людские судьбы, которые могут стать уроком и для будущего поколения в том числе, и для вообще будущих поколений. И вот я сижу за столом с предпринимателем, ну, бывшим русским, а сейчас он живет, очень крупный бизнесмен, который живет в Америке, и тоже он в институте был. И он говорит мне, а вот ты знаешь, какое шоу в Америке, ну, очень популярно? Я говорю, какое? А вот берут и просто показывают, как человек живет там, как строит дом, как там корову перевозит. А корова не идет, ну показали мне потом вот этот фильм. А корова не, а моста нет через речку, построили плот, а корова не идет на этот плот. И вот там, ну я не знаю, как это может быть третья часть Америки смотрит и рассуждает, а как же эту корову перевести? Плыть не хочет, на плот не может, и все это увлекает.
А я говорю, а к чему ты мне это рассказываешь? Он говорит, а ты представь себе, если бы вы показали вот этих людей, и как они приходят на землю, и у них что-то не получается, как они спорят. И он говорит, ты понимаешь, что это сериал, который бы мог идти вот 5 лет с очень большим успехом, но он бы всколыхнул. Кто же не знает, чем корову? Да, ну вот это другой вопрос, что да, это сложнее снять, но лиха беда начала, и не боги горшки обжигали. Поэтому надо начать, вот только-только попробовали начать, а уже что-то получается, и уже оказывается есть техника, с помощью которой можно снимать. И вот я этим горю сейчас, я хочу начать, но не этот, как бы, сериал о жителях поселений, а ну, начать вот просто отработать эти корпункты и начать вот все это показывать, а потом мы перейдем, вот, сделаем более профессиональные группы. Это не для того, чтобы взять и вас прославить, а это для того, чтобы люди, которые будут это смотреть, они по-другому будут смотреть на свое будущее. Ну и для этого это нужно. И потом это же будем учиться на своих же ошибках. А цензура? Как все без цензуры показывать? Нет, обязательно с цензурой. Я знаю, куда ты клонишь, поэтому... Я читаю ваши книги, заметил прием. Это, в общем-то, наверное, когда вы ставите какую-то тему, а немедленно ответа не даете, читатели ждут ответа, а ответ реально приходит в следующем томе, иногда через несколько. Это, в общем-то, конечно, правильно, для того, чтобы люди не просто готовые получали, а чтобы они сами задумывались и сами свое творили. И вот одна тема меня зацепила, с которой, собственно говоря, и получилось, что я здесь сейчас, Чурин Геннадий Семенович из Екатеринбурга сразу. Вот. Вы упоминаете в Новгородском вече, что вот решения принимали наши, вот, Новгородский вече в период его ранний. Ответ сразу, естественно, не дается. И вот нам приходится самим вот как-то реконструировать то, как представляем мы. Но у вас, наверное, уже есть какое-то представление о том, каким образом Новгородская вече принимала то самое единогласное решение. Оно, наверное, как-то в проекте, в будущих каких-то томах будет озвучиваться. Ну, да, возможно, я собираюсь написать об истории, в том числе и об истории Древней Руси, и, возможно, там как-то смогу ответить на вопрос. Но вот то, что вы говорите, что я там пишу, и потом через некоторое время какой-то ответ, вдруг... вы знаете, вот то, что я писал книги, особенно Анастасию, я не думал ни о философии, ни о психологии, ни о каких бы то ни было последствиях. Абсолютно не думал. Просто вот я и вот эта женщина, которая как-то почему-то будоражила все внутри. И я просто описывал события. Я не предполагал, что все вот так произойдет. И я сам не могу проанализировать свои книги, а иногда читаю, с какой-то проблемой сталкиваюсь, я читаю и начинаю осмысливать, а что же произошло. И вот, оказывается, там содержится очень много совершенно необычных открытий. Может быть, мета-открытий. Ну, доказательство тому уже то, что всколыхнули книги социума. Но это я не принимаю это как свою заслугу. Владимир, ваша заслуга была правильно передать мысли Анастасии. Ну да. И изложить их на бумаге, чтобы дошли до каждого. Вот смотрите, что получилось. Я вот совершенно не обращал внимания, для меня это был просто такой эпизод вскользь, когда Анастасия говорила, как нужно писать.
И вот, ну, такое совершенно простое вещь. Что такое буква? Звук, значок. Ну, мы, когда произносим А, Б, В, это же звук. И уже потом я понял, что этот звук, он существует в природе. Ну, если иногда ветер может так, как буква, звучать, иногда какой-то листок шевелясь, это же тоже звук. То есть, и, казалось бы, фантастично звучит, что вот это, она говорит, вот это звуки Вселенной, я собрала их самые лучшие, и они будут в твоей книге, поведут людей, она же вот все вот это вот очень четко предсказала. Но вот это как бы звучащее фантастично, что вот звуки Вселенной и так далее, а потом-то становится ясно, что вот это, составляешь эти вот буквочки, и получается анекдот, или получается, скажем, какая-то смешная история, или получается какая-то газетная статья, которая человека может как-то там будоражить, или получается пьеса, допустим, мелодрама, или получается комедия, человек смеется. А над чем он смеется? Ну вот над сюжетом там и так далее мы думаем. А он смеется над вот этими звуками. Вот они так составлены, эти буквы, что заставляют человеческую душу, не заставляют, а предлагают человеческой душе как-то реагировать. Другими словами, то, что она сделала, она просто взяла и ввела код. Составила знаки так, что получился код. И вот очень трудно предположить, что вот так последовательно должны были события, как бы сказать, воплощаться в реальную жизнь. Ну вот это же партия, да, взято несколько слов, сказано Баха-партия. То есть это же не кто-то ходил, не кто-то там что-то организовал. Ну да, люди потом пошли, люди стали ходить, сделали, люди соорганизовались, но после чего? После того, как были каким-то образом составлены вот эти вот буквы. И они решили, что да, им это так нужно, это созвучно их душе. Стали действовать. Те же родовые поместья, ну что там, мало было в истории призывов жить на свежем воздухе, питаться хорошо там, воспитывать детей. Ну, призывов было очень много во многих странах, а действий не было. А тут раз, и пошли вот эти вот действия. Потом вот это вот, ты напишешь книги, вот их будут читать много людей. Мне вообще говорили, не надо это писать, это же как, это невозможно предсказать. Не да. Да. А вот все сбывается, сбывается, сбывается. И поэтому я думаю, что, так с уверенностью говорю, что сбудется все. И действительно мир изменится, и действительно мир будет другим, мир будет прекрасным. Но я еще, я когда вот, для чего вам говорю про вот эти звуки Вселенной, про эти коды, потому что, естественно, я просто писал, я не был, ну никак не ставил уже перед собой такую цель. А теперь получается, что как бы не я иду впереди этой цели, а я, может быть, там где-нибудь в хвосте, иду за ней, потому что есть люди, которые ну, лучше, чем я, сделали родовое поместье. Они ну, как бы не пьют, не курят, более правильно воспитывают детей. И тогда я вспоминаю слова, что я в людях выстрою душой своей. Знакомься, готовься, злобная, уйди с земли. И вот я в людях выставил душой своей. То есть, если раньше там кто-то приходил, учил, ходил, объяснял что-то людям, то здесь ситуация такая, что она вот не вышла, не стала каким-то аватаром, а просто вот сделала так, что люди, вот огромное количество людей, они, некоторые женщины, они, в общем-то, и похожи на Анастасию и внешне,
и внутренне похожи, и действуют так, как она. Даже я и в Америку поехал с Анастасией, потому что позвонила Анастасия и сказала, что вот там я могу переводить, и все, пожалуйста, приезжай, тебе это нужно, тебе уже плохо, ты там физически плохо себя чувствуешь, и я поехал. Ну, то есть вот что-то такое, и поэтому я вам хочу сказать, я искренне говорю, что в этом мало или нет заслуги особой. Мне просто повезло, что я оказался в нужном месте, в нужное время. Ну, не все так сложно. А вот она не выбрала меня. Она, вот дедушка, он такой прямой, с юмором человек, но он четко и ясно сказал, что она тебя не выбрала, она тебя подобрала, как никому не нужное. Вот у меня были разные сложности в жизни, и уже к тому времени, когда я вот ходил на теплоходе, я не очень-то занимался, я занимался бизнесом и, в общем-то, мог позволить себе многое, в том числе и чуть ли не каждый вечер сидеть в баре, потому что на теплоходе бар, а он все время двигается, и так далее, и так далее. То есть нам, первым предпринимателям, казалось, что мы такие значимые, мы какое-то дело там делаем, а на самом деле, оглядываясь назад, что там было значимое? Поэтому с этой стороны тоже такое несколько спорные штучки. Еще один вопрос. Вот буквально это будет выглядеть даже как заказ через вас, либо от Анастасии, может быть, дедушки больше. Вот проблема, вот когда в родовых поместьях люди общаются друг с другом, возникают сложности общения, люди очень разные. И вот как создавались русские общины, именно не коллективы европейские, а именно общины. И вот правила взаимоотношений между людьми разными, но, как говорится, живущими на одной земле, вот не могло у нас не быть. Это потеряно за несколько столетий. И вот сейчас приходится уже новоделом заниматься каким-то, собирать, а наверняка ведь где-то это знание тысячелетнее лежит. Вот вопрос заказ. Я уже говорил, вот из новой книги, есть четкие, ясные исторические факты. Ну вот, Игорь историк, да? Ну вот. Я так одно время увлекался историей после вот рассказа Анастасии. Просто и сейчас очень сильно увлекаюсь. А у меня наоборот. Не захотел. А знаете почему? Почему? Потому что все, что я изучал за эту последнюю тысячу лет, про которую знаю, только ленивый, про которую не знает, да? И то, что рассказала Анастасия через вас, вот у меня этот период заинтересовал историю. А этот перестал интересовать. Нет, а вот этот период, который тебя перестал интересовать, и меня тоже перестал интересовать. Но я имею в виду, что вот я заинтересовался историей вот этой древней Руси. И вот выяснил там в разных источниках, все сопоставлял. И я уже рассказывал про это. Выяснилось, что вот древняя Русь, это можно как угодно там сказать, как назвать. Мы для простоты называем древняя Русь. Это было уникальнейшие империи или государства, как угодно можно назвать. Ну, достаточно сказать вот это вот известное там всем эпизоды, или как, что князь Игорь, потом князь Святослав, щит на врата Константинополя. А что это означало тогда? Это под защитой. Представляете, римское войско. Константинополь, это Второй Рим считался, и там римские легионеры, мощное войско, а висит щит, это защита вот этой Руси. Ну, представляете, мы же все в кино видим, да, римские легионеры, все там, строй такой, вот они там сражаются. Их трудно победить, там полмира под ними, там Юлий Цезарь и так далее.
А оказывается, вот такая история. И вот это вот, да, это скрыто. Это не преподают в школах. Вот, и меня вот это вот увлекло. И потом я раз и натыкаюсь на такую штучку, что, ну, просто одну фразу, она меня зацепила, и давай дальше искать, что русичи, вот эти древние русичи, мужчины, они считали святым правилом хранить верность женщине. Совершенно точно. Вот. Вот что за история, представляете? И вот я зацепился, я как так, почему, что? Обычно все, да, что женщина должна там перед замужеством быть честной, ну, и так далее, и потом она не должна мужа изменять. И вдруг раз, мужчина должен вот так вот делать. А в чем дело? А у них были такие взаимоотношения, потом стали вот разбирать с психологами вот этот обряд венчания. Обряд венчания, ну, тот, который описан в книге, он не основан ни на каких там, этих там, ни на какой не эзотерике. Это веками очень четко, ясно, выверенное действие, направленное на укрепление семьи. Ну, что делает? Это как бы на укрепление семьи, на образование молодых людей. Ну, если вот помните, что первым делает, что первое делает молодая пара, которая встретили друг друга, полюбили там с первого взгляда. А что они делают? Они идут и ищут себе место под будущее родовое поместье. А что они делают, когда они его находят? А они делают проект будущего поселения. Вот представляете, вот она любовь, а когда вот любовь, это чувства такие, которые они поднимают человека высоко очень, они обостряются, все обостряется в человеке. И вот в таком состоянии они начинают создавать этот проект, вот эти молодые люди. Ну, казалось бы, они же не знают, эти молодые люди, как что делать, там свойства растений, розы ветров. А не тут-то было. Они это очень хорошо знали. Потому что они с детства видели, как делали их родители, как делали старшие братья. И они пользуясь, и они с удовольствием это изучали. Они, ну, спрашивали у родителей, естественно, они советовались. Но потом они сделали проект, они приглашают на обряд венчания всех своих знакомых, друзей, там, ну, считай, из двух поселений, огромное количество людей. А что они делают? А они сдают суперэкзамен. Попробуй в чем-нибудь ошибись. Попробуй что-нибудь не так сделать. Ну, их, конечно, поправят, там, старшие, но они, им хочется не ударить лицом в грязь, им хочется сделать лучшее. И они выплескивают колоссальный объем знаний, который накоплен веками. Он в них сосредоточен. И все эти вот сказки про скатерть самобранку, ну что вот раз, там, расстелили скатерть, палочкой махнули, дворец, там раз, стол накрыли. Так тут не просто дворец, тут и дом получается, и сад за несколько минут фактически, который посажен родственниками, друзьями, близкими. А представляете, какая энергетика в этом вокруг образовывается? Ну и вот так вот все по порядку, и как этот ребенок рождался, и почему они эту плаценту закапывали, и почему человек мог вернуться в эту точку вот, в момент рождения, и излечиться от любых заболеваний, ну, под звездным небом. Вот, вот эти вот колоссальные пласты знаний, которые были у наших предков, а потом, оказывается, вот если они брали в плен людей, ну, в битвах где-то брали в плен, они отдавали пленных в ту семью, где погиб человек. А вот я не помню точно, через 2 или 3 года
пленного обязаны были освободить, и он мог идти хоть к себе на родину, хоть еще, ну куда хочешь туда идти. И они вот это вот исполняли. А почему они это исполняли? А потому что нельзя человека, чтобы он долго был в плену, он должен какое-то время быть в плену, осознать, но потом его нужно отпустить, он бесполезен, потому что он не будет производить благоприятную продукцию или благоприятное дело делать. И они его просто отпускали, но почти никто не уходил. Оставались, не покидали государство, они оставались. Ну, правда, оставались часто в городах. И вот, конечно, вот эта история, она, вот история, куда это все делось, почему это все делось. И вот такую историю нужно преподавать, потому что там такие пласты есть колоссальные. Ну почему они могли сражаться двумя руками? А почему князь Святослав почти не вел никаких войн, ну, военных действий на территории Древней Руси? А почему он хотел сделать вот эту столицу Руси в Болгарии? Вот вдумайтесь, масштаб, что, а почему этот человек, он разгромил это хазарский каганат? Хазарский каганат, да? А это по тем временам было такое, как бы, государство, крутое очень. А никто его не мог разгромить, попытки делать. А вот он, ну, много там земель присоединил, не допустил ни одной войны, кровавой войны на территории государства. А когда он погиб, знаете, сколько ему было лет? 29. Около 30 лет. Это был юноша, это был, ну, не то что ребенок, но его, по-моему, в 4 или в 5 лет посадили на коня и сказали, поставили во главе войска, ну так как и отец же его погиб, но воспитывали, княгиня Ольга отдала воспитывать его военачальника, мудрым военачальником. Вот, ну а тогда вот князь первым должен был там дать знак, чтобы идти. И вот он бросил это копье, но он тут же, как историки пишут, к ногам упал. И вот, а почему? Ну, эта сцена описана, как он погибал, пошел в лодку, ну, сел в лодку с небольшим маленьким отрядиком, а все войско отправил по берегу, ну, домой. Он погиб, потому что его предали, он знал, что его предали. И он сел в лодку там с несколькими воинами, ну, несколько лодок, и поплыл, все войско спокойно пришло домой, он с другом, так сказать, погиб. Ну, раз я уже рассказал в Индии часть этой главы, он... Удивительно, у них были такие знания, что он не погиб. Он, но, как бы, понимаете, когда человек умирает, я не буду всю главу рассказывать, но вот когда человек умирает, все говорят, что он может попасть, кто попадает в ад, кто попадает в рай. Но когда человек умирает, он попадает туда, куда направит мысль в самый последний момент. Если он будет о чем-то думать, допустим, о поместье, он переводится где-то в поместье. Если он будет думать, какой ужас, там эти вот деньги этим гадам достанутся, а вот это вот не так, а вообще у меня все болит. Он туда и попадет, и он будет действительно мучиться. То есть человек сам себе делает ад и рай. Ну и вот князь Святослав, он же... Он, понимаете, когда его стали воспитывать военачальники, он спросил, а где же вот то, ну, совсем молодой был, ему еще не было 14 лет, он спросил, а где же мое войско? А вот мой же отец там вот это делал, вот это там, до Константинополя доходил, и ему говорят, а дружина у него была человек 30. Ну, с такой дружиной ничего не завоюешь, ничего не убережешь. И он тогда, ему говорит, хорошо, хорошо, мы поедем, покажем тебе войско. И вот
поехали бы начальники и привозят, он с дружиной поехал там, человек 30, и привозят на окраину поселения. Состоящие из родовых поместьев, они по-другому раньше назывались, состоящие из родовых поместьев. И они приехали, поговорили со старейшинами, и старейшины разрешили им разбить лагерь. Они, военачальники, знают, что в поселение входить нельзя. Ну, без приглашения, а тем более вооруженным дружинником. И они стали разбивать вот этот лагерь. А и вдруг видит, юноша скачет со стороны поселения. И подъехал, поклонился всем и говорит старейшинам: вы вот тут зря лагерь разбиваете. У нас здесь на нашем языке мероприятие. Ну, раньше молодежь собиралась, назывался «Почок». Ну, где они пели, там еще что-то делали, там игры какие-то. Или просто обменивались какими-то знаниями. И старейшина ему объясняет: это наши гости, дали место не расчищенное, лучшее. А он говорит старейшину: ну, гости, ну и что, могли бы поработать там, расчистить для себя место где-то. Ну и так стоят, немножко пререкаются, он пререкается, этот юноша, со старейшинами, и князь Святослав Попович говорит: а что у вас здесь должно было быть? И он объясняет, что вот да, тут молодежь вот должна была собраться, мы с другими там селениями встречаемся, а палатки уже стоят, шатры стоят. И он говорит: ну хорошо, разбирайте шатры, расчищайте какое-нибудь место другое, переносите. И они подружились с этим молодым человеком, ну как, потом они подружились. А с ней стали разговаривать, и он пригласил его поехать с ним. Раз мы приехали смотреть поселение, давай я тебе покажу. И он, и они поехали на лошадях. Это вот о любви такая глава в новой книге. И они поскакали на лошадях. Ну, князя такая должна была быть самая хорошая лошадь, там самое красивое седло, потому что представлял страну, и вот они скачут. А этот юноша сидит небрежно, без седла на лошади. И князь, ну, решил показать, что у него, князь Святослав, что у него хорошая лошадь и так далее. Ну, так все, молодежь. Он раз ее пришпорил, а тот не отстает. Он ее еще пришпорил, он не отстает. Он тогда сильно пришпорил. Он бешеный галоп, а тот спокойно едет там, ну, никак не отстает, там, ну, чуть-чуть вот дальше там не перегоняет, но и не отстает. И разговаривает, тут такой веселый парень вот из поселения был. И тот князь видит, что он загоняет лошадь, называется запалить лошадь. И он видит это, и он тогда потихоньку-потихоньку останавливает ее и спрыгивает ну, с седла. Ну и парень останавливается, тоже спрыгивает с лошади. И вдруг князь видит, что его лошадь тяжело дышит. А это из поселения просто ну, несколько, раза три вдохнула, выдохнула и стала нормально дышать и щипать просто траву. Вот это первая история любви. А он у нее, у юноши из поселения спрашивает, князь Святослав, почему так, почему она спокойно щиплет траву, моя тяжело дышит. Он говорит: ну потому что твоя побежала по принуждению, я видел, ты пришпоривал своего коня. А эта бежала из уважения ко мне. И она четко рассчитывала силы, когда ей чуть приотстать, когда догонять, и не отставала. То есть у него были ну, такие вот отношения с животными, у них были, что они могли. А потом они пошли к реке, и вдруг увидел, и увидели, что из воды выходит девушка, обнаженная. Юноша сразу отвернулся, и все, ну вот, из поселения. А этот не смог отвести от нее глаза, князь Святослав. И вот он смотрел на нее. Она его увидела, она вышла из воды. Вместо того, чтобы закричать, сказать «Ой!», чем-то прикрыться, она никак не стала прикрываться, а просто пошла прямо на него.
И она шла на него, он просто не мог отвернуться, он стоял как завороженный. Что-то вот произошло, как он потом объяснял, говорит, я не понял, говорит, то ли вокруг меня туман был, то ли вокруг нее туман. И она, когда поравнялась с ним, небрежно повернула к нему голову, так фыркнула и прошла мимо. Он влюбился в эту девушку, она была примерно его ровесница, но что он не делал, он не мог добиться ее расположения потом. Это, не, ну, он смотрел, она смотрела на него почти с презрением. Он должен был отвернуться, а он не смог отвернуться. Но я очень коротко рассказываю, я рассказываю это вот к чему. И они там пасли скот по очереди, в поселении. Пастухов нельзя было нанимать, потому что свой скот самому нужно, самим нужно было пасти. И подошла очередь пасти семье, в которой жила эта девушка. И этот прибегает к князю Святославу, юноша его друг, и говорит, слушай, завтра вот она будет пасти скот. Ну, ее семья, я знаю. А тут вот моя очередь, я должен был идти. А я не пойду, я скажусь там как угодно, но не пойду. А ты меня заменишь. Ну, вот скоро же твоя очередь будет. Вот ты следующий, ты меня заменишь. Ты целый день проведешь с ним. И если ты правильно будешь себя вести, может быть, она тебя простит. И, короче говоря, вот они пошли вместе пасти этот скот с этой девушкой. А перед этим князь Святослав спросил у своего друга, что вот почему я не могу добиться ее расположения? Вот я князь, я готов перед ней извиниться, готов что угодно сделать, но я чувствую, что я не только ее расположение, а я хотел бы любви ее добиться, но я никогда этого, получается, не добьюсь. Значит, я буду все время несчастен. Он говорит, на то, может, ты ее забудешь. Да нет, говорит, я чувствую, не забуду. Он говорит, ну хорошо, пойдем. Тут есть старый волк, который живет на окраине. Никто не знает, сколько ему лет, но все считают его довольно мудрым. Пойдем к нему и спросим, как добиться любви женщины, в конце концов. Что это такое? Тут, я знаю, тоже ряд людей страдает. И вот они пошли к этому волку, приходят и рассказывает ему эту историю, говорит, ну вот так добиться ее любви. Тот говорит, ну если бы вообще знали на это ответ, то все бы и добивались. Вот это такая очень серьезная тайна. Но я вам могу кое-что посоветовать. Что? Ну вот, говорит, всегда для своей любимой гнездо нужно свить. Ну, все делают, кто на руку, кто в гнездо. Вот возьми и сделай для нее дом, ну, поместье. А потом, ну, сделай его красивым, необычным. А потом пригласи ее как-нибудь по случаю и скажи, ты знаешь, а вот этот дом и это поместье я сделал для тебя, любимая, и только для тебя. И он... Князь взял дружину и говорит, давайте строить вот дом, поместье. Ну, дом, дружина, конечно, взявшись за топоры, быстро построила. Такой княжеский терем, там резные колонны, там такие высокие ступеньки. И вот они построили дом, а как вот сад посадить? А тут этот его друг собрал... парней из деревни, говорит, ну, родственников у тебя тут нет, князь, будут, твои друзья будут, давай мы тебе сейчас поможем. То, что знал, как нужно делать, они сделали этот сад посадить. И вот в этот дом, ну и когда они возвращались после того, как пасли лошадей, у лошадей там коров, овец, животные сами расходятся по домам, и князь Святослав говорит этой девушке, вот не могла бы ты зайти, кое-что мне посоветовать, ко мне зайти. Она на него посмотрела, так как он очень хорошо себя вел, она согласилась зайти к нему.
и вошла во двор. И вот он ей показывает, показывает, ищет момент, когда ей сказать, что все это для тебя, там уже там репетировала эти слова и говорит, ну тебе нравится здесь? Она говорит, мне очень не нравится. Это вот вообще говорит, какое-то непонятное строение. Очень нравится. И повернулась и стала уходить. И у него, он ничего не смог сказать, что это для тебя, а просто выкрикнул. Ну что не нравится? И она повернулась и говорит, ну вот для кого ты построила вот этот дом, вот эти ступеньки? Здесь же ребенок даже спуститься не сможет по этим ступенькам. И пошли, ушла. Ну, ступеньки действительно были высокие, младенцу спуститься было трудно, они пошли снова в волхву, два этих парня, и он говорит, ну вот, что не подсказал, какой дом нужно строить, и вообще как нужно что-то было делать, почему ей все не понравилось. А волх говорит, попалась девчонка. Как попалась? А она, говорит, оставила там мысли ребенка. Она вошла туда, и она представила своего будущего ребенка, именно своего. И она увидела, как, что нужно переделать в этом гнезде. И когда князь погибал, ему, ну, они не остались вместе, там долгая история, потому что княгиня сказала ему, так ты не хочешь возглавлять войско, ты хочешь остаться жить в поместье, ты, в которого вложились только знания военачальника, и кого же ты можешь за себя поставить тогда? Ну, в общем, это был такой длительный диалог, и он ушел. Ушел возглавлять, ну, учиться дальше, возглавлять войско. И когда он погибал, ему говорит друг вот этот, что ты вспомни что-то хорошее, мы там должны оказаться, ты вспомни. А он говорит, я не могу вспомнить ничего хорошего, у меня в жизни нет будущего. Он продолжал любить эту девушку. И когда уже стали в него попадать стрелы, он вдруг увидел, что по берегу скачет на лошадь именно вот эта его девушка. Там две женщины были, вот та, которая была с этим парнем. И, естественно, он не мог уже ни о чем думать, ему все равно там какие стрелы летят. Он видел ее, свою любимую, он хотел быть с ней, и вот она внесла его в душу. Спасибо, красиво. Владимир Николаевич, вы нам анонсировали, получается, небольшой кусочек будущего произведения. Ну да. Ну я его все равно в Индии рассказал. Поэтому и здесь. И я вот рассказал тому, там все время вот о любви спрашивали, как добиться любви женщины. Вот он все-таки добился любви женщины. И я вот так думаю, куда они ушли, в какие дали. Вот этот князь Святослав. Вот эти же мысли вам откуда-то пришли? Ну да, это дедушка Анастасия рассказал. Ну, если любви уже третий день. Об энергии любви, о любви. Третий день, скоро до небес. Тем не менее, мы выработали решение. И все-таки любовь поставили на первое место. Это как-то странно вот будет звучать для многих, но тем не менее не надо, вот если бы была у кого-то книга, вот как Анастасия говорит, нужно не бойся быть смешным, ну и так далее, когда будешь писать, тогда и сохранятся все эти знаки. Ну и не бойтесь, ладно, любовь так любовь первая, а? Что это чувство такое мощное и сильное, что оно достойно быть? Да все понимают, что ну, как бы смешно, да? Ну, может быть, перед кем-то выглядит, наверное, да? Uh-huh.
И мы понимаем, что действительно смешно, на самом деле, можно и похохотать, на самом деле, над этим, ну, 7 месяцев собраться и похохотать. Ну, да. Но мы понимаем, что самое главное, что это самое главное, что этим партиям ты сильна, вот именно этим, а не какими-то там, значит, уставами. Много в возрасте уже, да, ну, дети выросли, одни живут, и вот они хотят встретить свою половинку. И все, и мужчины стесняются, и женщины стесняются. И вот в Гуа уже Зина своего брата привезла Ивана, хотела познакомить с кем-нибудь, понимаете? И здесь тоже есть, я знаю, кто-то ищет свою половинку, женщины знают, мужчины. Тут как вот, с чего начать? Ну вот смотрите, идет человек по улице. Вроде бы он находится среди большого скопления народа. Навстречу идут, с ним рядом идут люди, а он совершенно одинокий. Не страшно человек, когда он один, страшно, когда он один среди людей. Так вот, вот это происходит сплошь и рядом. Вот смотри, сколько было раньше отрядов, где была возможность познакомиться, там, как-то соединиться. А вот где сейчас люди могут найти в интернете, да? Да. Вот когда стал наш сайт вставать на ноги, жена богини, я думаю, а как вот другие сайты живут? Ну, сайты знакомств. И стал анализировать несколько сайтов. И там ищу спутника для отдыха там где-то. Ищу там еще такое. Ну там сплошная. Чего угодно, ищу. Сплошная. И я так горжусь и показывал за рубежом вот этот наш сайт. Он пока маленький, пока не очень популярный, где ищу свою вторую половинку для создания родового поместья. Конечно, вот надо хотя бы вот его нужно сильно популяризировать, и мы это сделаем вот сейчас. Когда начнется вот это телевидение, ну это громко называем телевидение, просто будем давать трибуну вот этим женщинам и мужчинам одиноким, ну, показывать, делать маленькие ролики о них. Но и обязательно будем делать встречи, может быть, какие-то обряды вернем. Кстати, сейчас вот на слетах половинки мне рассказывают, что сайт Анастасии и сайт знакомств, они вот эти ролики показывают на встречах-то, на встречах половинок. Сайты, ну, вот, популяризируют сайт. Владимир Николаевич, у телевидения вот эти вот картинки, а вот эта вот тема снять, ну если не больших полотен, таких кинополотен, ну хотя бы каких-то рассказиков, там про Али, про Арт, там про ну, что-нибудь такое вот, какие-то вот картиночки хотя бы снять. Это очень бюджетно или просто по времени, или как вот это можно? Ну так всем миром собраться вот хотя бы. Я так призываю всех из поселений сделать маленький такой на общественных началах кортунг, который бы мог связываться, там, передавать какие-то материалы, передавать какую-то информацию и в газету, и вот то, что начнет действовать там на сайте. Я имею в виду художественный фильм. Или вот такие, пусть коротенькие серии, вот это я имею в виду. Ну, не художественный, может, художественный, документальный, короткометражный фильм, да? Вот именно художественный. Вот именно по вашим книгам. Нет, ну по книгам это про художественный фильм это отдельная история. Хотя бы с коротеньких начал. Вы знаете, вот у меня тормозится фильм, хотя есть сценарий на английском языке, есть предложение с Голливуда по съемке фильма. А вот сейчас я больше и больше убеждаю, что всему нужно свое время. Почему всему нужно свое время? А потому что. Вот если очень большое количество людей сразу одновременно начнет создавать свои родовые поместья, то сразу большое количество людей будут повторять ту серию ошибок, которые допущены уже. Вы же первопроходцы, благодаря вам какие-то ошибки уже будут исправлены, и те, которые будут идти потом, они не допустят эти ошибки. Ага, вот смотри. Вот я сейчас прошу прощения, вот ты говоришь о цензуре, да? Вот мы говорим о популяризации сайта. А сайта очень много.
Вот вы сейчас снимаете, я рассказываю главу. Вы сейчас это все выложите действительно в этом. Пока Майя будет разворачиваться с этой профессиональной камерой, она не может сразу выложить, ей там нужно будет перегонять и так далее. Вы сейчас это все быстренько выложите. И где наш популярный сайт? Один выложит, второй выложит, третий. Все это раздробились, и популярного сайта не будет. Вы задержитесь немного с выкладкой. Ну, на какое-то время? 3 дня. Нет, ну за 3 дня не успеете. Ну, хоть чуть-чуть. Потому что надо вот его раскручивать из-за рубежа. За рубежом тоже такая же история, много сайтов. Я приезжаю, искренне выступаю, там, допустим, тут же возникает какой-то сайт, тут же возникает какая-то группа, тут же они там начинают что-то делать. Ну, слушай, ну до конца недели. Потому что, видишь, там люди едут. Хорошо, конечно. Ой, спасибо. Спасибо. Продолжение книги. И это не только меня касается. Да, конечно. Ну, естественно. Замечали такой момент, что, допустим, особенно уже там вторая, третья, четвертая книги, там уже речь Анастасии, она идет уже на языке, допустим, Шекспира, уже как стихи идут. В вашей вставочке уже другие идут. Вот никто вам об этом не говорил, сами не замечали. Конечно, говорили. Совершенно разными языками. Конечно, говорили. И вот, конечно, говорили, но это все произошло тогда, когда стали вот так говорить о какой-то мигре подобный язык и так далее. И тогда, ну, я сейчас не говорю, что плохо и хорошо. Нет, что... нет. Просто вот когда стал писать слишком простой, слишком кантовый язык, я это сказал Анастасии, и она просто взяла и выпилила вот эту вот книгу сотворения. Mm-hmm. На одном дыхании фактически. Но да, это хорошо, мне тоже эта книга нравится, и мне нравится этот белый стих, хотя никто не может понять, потому что это не белый стих, а такой. Ну, то есть вот какой-то необыкновенный, да, язык. Но а вот теперь с этим и связаны очень большие трудности, потому что никто не может перевести. На другой язык. Очень трудно. Трудно. Очень невозможно. Зато читаются на одном дыхании. На русском. Да. Да. А наш язык-то образный, ни один язык. Ну да. Язык какой не в этом. Ну вот, но там Лосин переводит. Ну да, так это плохо, не только не только она сказала, что трудно делать. Пусть русские изучают. Не будут все изучать. Но тем не менее, хотелось, чтобы и она была переведена нормально. И вот, ну вот сейчас будут пытаться на английский язык хотя бы перевести. А так и не получается, да? Что, вот, на английский? Нет, у вас не получается. Ну что, на литовском даже, вот у нас же вкусное дело, тут столько было писем из Литвы. Слово само, родовое поместье. Есть слово старинное на старолитовском, тивония. И я русское, ну не я нашла, я его нашла, потому что я подключила силы небесные, что называется. Но я чувствовала, что... Перевод Гименис Садиба, родовая усадьба, это совсем не то. Вы помните, я же... Ну, я знаю, я с этим сталкивался, не только... С этой целью приехала. Не... Я издательство сделала из-за этого, только из-за этого, чтобы правильно на литовский перевести образно тогда. И вот образ этот вот, они есть вообще, и на старонемецком есть это слово. И на старолитовском. Нет, я понимаю, это не только это, там много слов. Даже вот родовое поместье там на английском не могут нормально. Да, его нет просто. Да. Потому что нет да, его ни нет. Поместья. Но а сотворение вообще не могут перевести, чтобы передать это все. Вот сейчас сотворение, там есть 3 литовских слова. И вот сейчас 3 переводчика, они думают, какое же слово по смыслу подходит. Для этого им надо прочитать всю эту самую серию книг «Звенящие кедры России». Ну вот, вот такие сложности, но я думаю, это возможно, в принципе, в общем-то. В конечном итоге появится какой-то переводчик, который сможет это сделать. Конечно, я думаю, что появится. Но... Переедут и посмотрим. Александр. Вопрос к Лунаев стоял, Владимир Николаевич поднимал. У вас ребята проработали вопросы, хотели бы озвучить уже результат по обращению. Может быть, не услышал? Давай.
такого обращения к такому, просто... Мы его не распечатываем пока еще, но в таком электронном виде, Обращение. Уважаемый Станислав Сергеевич, в продолжении и развитии уже существующих отношений между ОНФ и политической партией «Родная партия» просим вас исследовать движение и опыт создания поселений, состоящих из родовых поместий по всей России, и донести до президента Российской Федерации результаты этих исследований. С начала этого тысячелетия в нашей стране повсеместно возникло народное движение по созданию родовых поместий. На сегодняшний день участниками этого движения создано более 300 поселений, состоящих из родовых поместий. Для защиты своих интересов на государственном уровне впоследствии и была учреждена родная партия, которая при подготовке выборов 2016 года в Государственную Думу Российской Федерации за 5 дней собрала свыше 65 500 подписей избирателей в свою поддержку по всей России. Идея родовых поместий описана в художественной форме в книгах Владимира Николаевича Мегре «Звенящий кедр России». Движение создателей родовых поместий, сотворенных на основе этих идей при его дальнейшем росте, способно произвести в стране глобальные позитивные изменения в социальной и экономической сферах, экологии, культуре, образовании и во многих других важных сторонах жизни нашей страны. Мы уверены, что создателями родовых поместий накоплен очень весомый опыт, который может быть полезен нашему президенту в его работе. Руководитель ФКС Александр Самохин. Да, хорошая, четкая, емкая, но я думаю, вот надо дать мае, чтобы цифры более точные стали, не более. 360 поселений. Около 400 написать. В последнем пресс-релизе, который приходил, было указано 370. В последнем в Белой Руси, как раз в Иркутской области, да, я отправлял пресс-релиз. Там было 370 указано. Ну, около 400, не более точно написать. Да. Это более весомый 400, это не 300. 390. 390. Но... давайте с Майей Владимировной расскажем. Нет, можно... Ну, можно отдать... Можно написать по официально собранной информации. Ну, Головок, на самом деле, если это Головок, возьмите себе просто для информации. А официально... Мы базовый денег на время формируем, нам дали поступать. На самом деле, больше. Это официальные данные. Больше, конечно. По моим данным, 380 хуже. Больше. А вы больше. Ну да, Игорь собирает, потому что данные по поселениям, у него есть вот эта таблица, там действительно больше. И сбор подписи там уже не 5 минут. И... реально в разных регионах по-разному время оставалось. У кого-то 5, у кого-то вообще там 2,5 дня. Возьмешь это? Там еще шапки, листы пришли. Кинь. Возьми. И стал отправляли в 2 дня. На почту пусть отправят, и все. Ну там хотели же сегодня, уехали люди туда. Поэтому... Вячеслав Владимирович, ну вот тогда этот текст возьми с собой, ну отдашь, просто отдашь, а официально Майя отдаст, конечно. Только если говорить об официальной передаче, тогда нужно, я не знаю, как это, голосование, чтобы было, что? Я думаю, все присутствующие только за. Александр, Викторович. Предлагаем было провести голосование, поэтому вам давайте. Делегатов? Только что было, не только делегатов, давайте так сделаем. У нас здесь присутствующие, у нас делегаты, у нас представители региональных отделений. Работа с Общероссийским народным фронтом, которая проводилась буквально несколько недель назад, в ней принимали участие многие регионы России, в том числе при подготовке выступления, да, которое там было озвучено. Поэтому, я думаю, будет правильно, если мы с вами сейчас прямо примем решение про формулировку и продолжение отношений с этой хорошей структурой. Давайте тогда не нарушать регламент партии. Давайте, вот вы же все представители родовых поселений. А было решение сделать комиссию, чтобы она отправила? Она уже... Нет, комиссия. Комиссия только составляла. Нет, подожди, вы представители родовых поселений. Нет, проблем. Да, региональных отделений. Поселений родовых поместьй. Да.
Да. Делегаты есть, ну, и зерновой комиссии, все да. есть. Вот представители, ну, короче говоря, там, группа граждан. Нет, тут большинство партийцев. Партийный съезд. Партийный съезд. Партийный съезд. Получается тогда, если можно посмотреть в другом контексте, мы сегодня в данный момент, наверное, у нас форума-то нет, да, потому что часть людей. Да. Поэтому можем проголосовать как представители родовых комиссий. Да, да. А, да. Если мы делаем это официал от одной партии к другой, мы можем это делать от одной партии для общественного движения. А не общественное движение. Группа граждан, возглавляемая родной партией. Жители родовых комиссий. Группа партии. Но можно тогда в контексте письма написать, что наше движение родовых комиссий, которое... Регистрация была вообще. Регистрация была. Ну оттуда взять фамилию, ставить, пусть печатать. Ой, ну ладно, разбираться. Хорошо, просто проголосуем. Всем нравится текст? Нравится, проголосуем, нравится. Да, устраивайте. Конечно, за это время вариант еще Майя Владимировна, да, будет передан. Еще раз посмотрим, да, откорректируем. Если вдруг какие-то будут корректировки на ресурсах, об этом внутри. В среду, обсудить. На основе вот этого бесплатно добавят еще данные, какие у меня есть. На школе все, на среду, вот через 3 дня, утвердить дают. Школа в среду будет? Да. А за основу обращение тоже использовать. Если вдруг на этой встрече выяснится, получит формат все-таки не от партии, то в крайнем случае перепишем, а так можно использовать. Как звук, Майя Владимировна? Нормально? Если что, на связи. Хотели бы про масло рассказать, про Алексея, про масло, про продукцию. Расскажешь? Нет? Ну, я так вам уже немножко рассказал, чтобы не повторяться потом. Это... Владимир Николаевич, вы в книгах писали, что Рим 2 раза ходил на Луну. И какое время это было? Какие года? Вы не можете сказать? Нет, я по памяти не знаю. Каких князья были там и какие императоры были? Нет, я не помню. Можно вопрос? Память, а да. Вы помните, хотели огненную птицу сделать у себя? Так себе ставили, как образец на участке, огненную птицу. Вот, я буду ее, я ее сделаю. Я просто не тороплюсь все это быстро делать. У меня нет возможности все сделать своими руками из-за того, что много передвигаюсь, ну, по разным обстоятельствам. Но я ее сделаю. Завтра туда еду вместе с человеком, с которым будем обсуждать, как она сделана. Там как бы вот такая сложность получилась. Вы, наверное, все слышали о домах с саманами, да? Вот здесь Юра Лужков, у него дом из самана. Фундамент делали вы, да? Цоколь там просто сделал. Цоколь? Да. Ну, а на нем стоит уже сама. Выкладывается. Ну, понятно. Ну, цоколь, фундамент, да? Да. Вот. Ну, вот делают. Вот. И получилось так, что вот, когда у меня копали пруд, получилась очень большая гора глины. И я так, она пролежала несколько лет. Потом я думаю, что она тут лежит так, и нужна была комната там для, куда инструмент складывать, для работников. Я попросил там, и экскаватор прокопал, ну, в попку сделал в эту гору глины. Я смотрю, получилась такая хорошая комната. И просто там ее, ну, сделали пол, потолок, ну, на ту же глину положили лагерь. И мне говорят, что вот это максимум через год все должно покоситься, разрушиться и так далее, и так далее. Потому что нет фундамента, нет боковых стен, а просто там, ну, фанеры, потом обои сделали, и, ну, что-то покрасили. И вот оно стоит уже 4 года, по-моему, вот эта штучка.
И нигде никакого перекоса не произошло. Ну, помещение. Там целое помещение. Нигде никакого перекоса. И вот завтра как раз поедут специалисты смотреть, что и делать. А я поставил, ну я говорю, такую уже можно задачу решить. Раз там такая гора глины примерно по длине вот от этой стены до той стены, даже дальше. Дальше разобрали. И то есть можно сделать много комнат, получается дом фактически. Лисинора, да? А? Как бы лисинора какой-то, да? Нет, не лисинора. Там вниз вкапываться нельзя, там наверх нужно лезть. Там. И дом, и вот это... А сырости нет? Птицы? Нет. Нет сырости. А вентиляция есть? А вентиляция вообще супер идеальная. И летом не холодно. Ой, летом не жарко, зимой не холодно. То есть чуть-чуть там печечка небольшая, чуть-чуть подтопило все. И вот приедут специалисты смотреть, а в чем дело, почему без фундамента ничего не перекашивается и никуда не плывет. Но один архитектор говорит, это потому, что вот эта глина лежала несколько лет, и она уже спрессовалась там, поэтому не ведет. Другой говорит, нет, там что-то не то, там может глина какая-то особенная. Ну, в общем, вот поедут и будут смотреть. Ну, я имею в виду вот эта рабочая комната, которая у меня там. Владимир Николаевич, меня затронуло сердцем, что мы, первопроходцы, сделали много ошибок в родовых поместьях. А они исправимы? Конечно, исправимы. Конечно, исправимы. Ну и вот я там же хочу эту птицу сделать, там наверху, может, еще можно пруд расширить и сделать. Ну я вот так вот думаю, представляете, насколько дешевый дом, насколько он удобный, можно построить таким способом. Но надо разобраться, где это можно делать, а где нельзя. Вот получилось там, вот, где у меня, там это можно. Ничего не ведет. А еще один специалист говорит, ну тут лес почти, там впритык почти лес. Корни, деревьев там где-то переплелись, они держат. Но, казалось бы, корни наоборот должны там шевелить все. Вообще вот у меня такое самое, наверное, поместье чистое, потому что не успел ничего там еще сильно много посадить. У всех зарастает, зарастает поместье то березами, то травками. Вообще покупали там землю за 30 тысяч рублей. Сейчас там земля стоит за счет того, что соседи появились, кое-какая структура. 700 тысяч и выше. Просто вот одна земля, заросшая там чем-то. Так что, наверное, скоро в таком поселении вообще будут какие-то пустословные деньги, потому что я чувствую, все больше и больше людей стремится туда попасть. А вот представьте себе, вот только на двух сайтах 1200 гектар земли выделены предпринимателями для создания родовых поместьй. То есть я к тому, что дело-то как развивается, разгорается. И вообще мечта собрать такое международное где-то, ну, международный приз, что ли, сделать. А на каком языке индусы прочитали ваши книги? На каком языке? На английском. На английском, да? Ну, у них в Индии он почти второй, второй государство. Где же он нашел-то в Индии эту книгу? Она в интернете была. Ниже, ну как, они через, как это магазин называется? Амазон. Амазон. И она по всем странам. Владимир Николаевич, еще вопрос такой вот есть. Недавно нашел в интернете, такой есть персонаж Жак Фреско, да, его проект «Венера». Наверняка слышали. Он предлагает во всем земном шаре убрать вообще все границы, убрать все деньги и создать настолько развитое цивилизованное общество, что не будет никогда никаких войн, и люди будут все полностью обеспечены. В принципе, я считаю, что идея родовых поместьй, она как бы
ну как сказать, немножко вплетается в общую вот эту концепцию развития всего мирового сообщества. Хотя у него там тоже есть свои такие моменты, что он чересчур там все хочет автоматизировать, хотя, может быть, это тоже не противоречит каким-то вещам. Я не читал про это, но я думаю, что сейчас происходит такое явление, что они границы сами по себе могут исчезнуть. Но это не предлагаем стереть границы, а просто стираются границы. Вот, допустим, у нас конфликтная ситуация с Украиной, а создатели родовых поместий все равно с Украиной и с Россией дружат. Да и не только. Я, наверное, очень счастливый человек, потому что мне так повезло, вот границ-то для меня не существует. И здесь анастасиевцы. Человек мира. И там приедешь там в другую страну, то же самое. Вот нет границ таких. Ну и что, приехал, и там так же встретил. Но вот я принес где-то бутылку, так, может, она уже оттаяла, там березовый сок вот свежий-свежий. Если кто-то захочет, так попейте. И Майя, хлеб надо не забыть. Ты слышишь что-нибудь из наушников? Она же будет еще лучше слышать. Вы подарили. Я подарил, я забыл. Совсем забыл. Ну вот, вам всем, наверное, ехать нужно уже. Нет, хорошо. Там еще 4 часа. Вы поговорили с этими ребятами? Я хочу, чтобы вы закончили, и мы с вами уже рассудим отдельно. Или же как хотите. Нет, а вы с ними переговорили с ними? Да, ко мне подошел Борис. А? Ко мне Борис подошел. Да. Вот. И мы с ним условились, что я напишу сценарий. Вот я хотел с вами еще пообщаться на эту тему. Так общайся, не стесняйся. Так, подожди. Ну да, ты общайся сейчас, потому что... А это же наши люди, может, они что-нибудь подскажут. Конечно. Но хотя вот... Вы должны вот эту группу создать, общаться, я тоже буду периодически. У меня, понимаете, какая ситуация? Я вот после того, как мы вчера переговорили, сегодня вот даже по поводу переговорили. У меня, в принципе, картина этого есть в голове в целом. Вот это всего федерального, допустим, сайта, да, телепортал. Назовем пока его так. Да, допустим, федеральный там телепортал, это в принципе есть. Для меня это все знакомо, это все понятно. Техническая сторона дела тоже она, в общем, не играет большую роль. Ну, камеры, значит, там, телефончики, да, все это тоже в принципе есть. И в поместьях, и везде все. Вот. Сейчас нам надо понять вот сценарий на самом деле. Это самое главное сейчас. Потому что ведь можно это превратить и в проект, который будет зарабатывать хорошие деньги, в том числе и для людей, которые живут в городах поселения, продают поместья. Вот так. Понимаете? А для меня это тоже все знакомо, я этим занимаюсь профессионально, по сути. Ну, я так скажу, что давай так, вот так то начните действовать. У вас у самих еще это в голове уляжется, у меня. А потом мы специально соберемся, еще какие-то люди появятся. А потом мы специально соберемся и будем обсуждать. Или будем обсуждать по скайпу, сделаем видеоконференцию, группу и будем обсуждать. Я как бы имею свои видения, но что я буду давить? У тебя свои видения появятся, потом я обдумываю еще. Поэтому мы еще встретимся, не сегодня. Решим эти вопросы. Можно вопрос? Да. Сейчас идет как раз обсуждение по пунктам, да? Да. Я просто удивлюсь опыту нашего в процессе просто жизнедеятельности нашего поселения. Ковчег. Да, ковчег.
устраиваем, например, посадки ко Дню Победы. Естественно, все отщелкивается. В процессе того, как мы защищали лес, чтобы его просто не срубили вокруг, очень завязались тесные отношения с администрацией местной газеты. Поскольку я очень много заметок посылала на эту тему, я сделала ее просто автоматом общественным корреспондентом. Вот. Поэтому там вот малейшее мероприятие происходит, например, наши детки залили места на районном корпусе. Тоже все отщелкивается, все им подается. Они это очень приветствуют. Просто там, например, в каком формате? В Малорославецком районе состоялся детский музыкальный корпус, в котором приняли участие дети из поселения родовых поместьй Ковчег. Наши детки там рядовку из фотографии. Я так понимаю, что это будет. Да, но да, только нужно это. Да, совершенно верно. Но только нужно это выснимать. Все, помимо того, что для себя показывать, плюс высылать в фонд. Он будет публиковать, вот эта группа, которая была сегодня создана, пока они будут заниматься, она будет все это публиковать на сайте. И вот, представляете, начинается утро. Вы, у кого есть компьютер, нажимаете, у кого нет компьютера, приходит. Раз, а там сидит диктор, красивая девушка или юноша, и говорит: добрый день, уважаемые создатели родовых поместьй. И начинает говорить новости. А в поселении Камчин родилось еще пятеро младенцев. Вот, и показывают там, допустим, счастливую маму, или ничего не показывают, просто зачитывают эту информацию. И когда это будет сосредоточено на одном, вот все рассредоточено, вот вы говорите там, ну, о своем, кто-то еще там на своем сайте. Это так и должно оставаться. Но помимо этого, какие-то хотя бы новости должны быть сосредоточены вместе, тогда мы будем чувствовать пульс вот этого движения, который сейчас чувствуется недостаточно. А раз вы заговорили о Ковчеге, а как вы теперь называете? От вас же все исходили призывы это поселение. Занимаемся поселение родовых поместьй. Дело в том, что у нас все решения, знаете, принимаются в общем собрании. И громче. У нас на общем собрании решение принимается 75% голосов. Это мне сегодня вопросы задавали. Почему у вас, допустим, в ВКонтакте все-таки в шапке звучит это поселение? Почему у вас на сайте это поселение? Я отвечаю, что очень были большие дебаты по поводу того, вообще изменения сайта. Изменения сайта, изменения. И пока не прошло. Но когда я, допустим, я же говорю, даю заметку, я именно говорю, поселение родовых поместьй Ковчег. Если наши представители. А почему не прошло? Часть людей, может быть, какая-то часть людей отстаивает название это поселение, да? Я не скажу, что какая-то часть отстаивает, но меньше. Но в основном это все равно. Все равно. То есть я считаю, что это все равно. Ну, а вы понимаете, что это будет логично? Нет. У нас даже статья целая вышла, я вам могу показать. Мы уже опубликовали в газете, что это не все равно. Что-что? Я говорю, статья вышла в газете. Мы будь добро опубликовали статью. Родовые поместья или по поселению. Да, я читал. Вот, это наше творчество. Наш творчество. Очень правильно. Смотрят еще фильмы о западных экопоселениях, и там вот показывается красиво, красивую котенку, и мы хотим тот же опыт перенимать. И, а у нас как-то родовые поселения еще там ни шатка, ни валка. Ну, меньше вот такой вот, как вы говорили, красоты, вот именно вот такой вот искусственный. У нас больше естественного. А вы тоже из Ковчега, да? Я из Миллиона. А? Я из Миллиона. Соседи, да? А? А у нас вообще пишут, есть как две группы ВКонтакте, одна группа пишет поселение родовых поместьй, состоящих из родовых поместьй Миленки, а другие пишут поселение родовых поместьй Миленки, сколько экопоселения. Вообще, то есть это как на отруб тем, кто не совсем согласен с концепцией родовых поселений. И я знаю, ребята собираются, ну, участники. Поселенцев смотрят совместно, устраивают просмотры,
фильмах по эко-поселению, говорят, будет там красиво, давайте их опыт перенимать. Ну, может, тоже как бы, что нам оказывается. Ну, опыт, говорится, что полностью попадает. Возьмем, что мы получаем себе на вооружение. Ну, тут главное свое, что не потерять. Вот что... Так вы свое-то как раз и потеряете. Да. И я-то как раз отстаиваю ту позицию, которая за родовые поместья. Да, как раз свою и будет потеря. Тут идет целое, как бы, такое невидимое сражение. То есть... И по ну, допустим, немножко из-за темы. Люди не понимают, что есть... Коридорчик, идите там. Тихо! Есть такая энергия. Вот Анастасия выпустила эту энергию. Она у вас поселилась. И вот эта энергия начинает вас поднимать. Родовые поместья, а это же не зря такой термин. За ним стоит очень мощный эгрегор. И то, что я рассказывал о князе Святославе и это, об этой древней Руси, это их эгрегор тоже, в том числе, эгрегор наших предков. И вот есть такая энергия, Анастасия ее выпустила, и вот она вас поднимает. Выше, выше, выше. А потом вы говорите, ну, давайте мы вот опыт, что там, родовые поместья и так далее. Есть же вот другой опыт. Давайте, мы его берем. И берете. Что происходит вот с этой энергией? А вот она просто уходит. А она несовместима с другой какой-то энергией. Она уходит. Вот взяла и ушла. А вы вот здесь. Что происходит с вами? Упали. Просто взяли и упали. И это не шутки. Это вплоть до того, что это кончается и печально. То, что вот и у вас произошло, не у вас, а то, что в Ковчеге произошло, и не только в Ковчеге. Надо понимать, что если тебя надо хотя бы опускаться спокойно. Потому что это не шутка, но у человека появилось вдохновение. У человека появилась сила, чтобы семью свою развернуть, государство развернуть. И он поднимается, естественно, он растет, он внутренне поднимается. А потом этой силе говорит, уходи, у меня другое. Она безропотно уходит. Она ничего плохого не может сделать, а просто она уходит. И происходит падение вплоть до таких вот физических случаев. Поэтому очень большая разница эко-поселение. Но я уже рассказывал несколько раз. И не зря постоянно как-то пытаются влезть, как-то пытаются предложить, там, давайте вот так называться, да у вас все будет хорошо, если вы по-другому, даже деньги у вас будут, если вы по-другому, смотрите, как по-другому красиво там, и так далее, и так далее. Но нужно понимать, что вот этого нельзя. И не зря вот и в газете появляются такие статьи, что просто предлагают, давайте все назовемся по-другому. Почему по-другому? С какой целью по-другому? Там же не объясняют, не говорят, просто, лишь бы по-другому, лишь бы убрать вот эту энергию, убрать вот этот эгрегор, убрать эту силу, опустить людей. Но если бы эко-поселение за ними стояло, то, что вот у вас сейчас есть, так они бы и были уже, наверное, по всему миру, а их нет. Вы можете сказать, сколько в России эко-поселений? Скоро всего. Но если наших не считать как-то, несмотря на то, что там здесь, я думаю, что... Единицы. И вроде и в мире единицы, и вроде движение есть,
и деньги отпускаются, потому что другого ничего не было. А по факту ничего нет, чистота. И, конечно, получить, скажем, 400 поселений, да и все они это какая, как хорошо. И таких денег не было. Да еще начальник капитал не вкладывает. Да. Владимир Николаевич, у нас это официально объявлен год экологии. Эко это не мешает нам участвовать в экологии? Нет, конечно, конечно. И если так разобраться, то вот эта экология, то, что происходит в родовых поместьях, она не на словах, а на деле люди делают. И не год, а все время. Да. И не год, как и не один год, а все время, правильно. Поэтому как раз, это маленькая часть вот той большой энергии экосистемы. А здесь и экология души, и воспитание детей. Ну, то есть это намного-намного шире, мощнее. Ну вот, ребята, я все, что мог, честно сделал. Теперь мне, наверное, можно идти. Можно сфотографировать? Давай. Можно сфотографировать? Давай. А общую? Ну, Света, давай. А общую? Давайте общую.